Доброго дня. Вітаю всіх в прес-центрі інформаційної агенції «Уніан». Вітаю всіх тих, хто сьогодні зібрався в нашому залі. Вітаю всіх тих, хто приєднався до нас в ефірі нашої трансляції на сайті «Уніан». Для початку прес-конференцію хочу привітати всіх своїх колег, журналістів. Сьогодні наше професійне свято, тому хочу побажати вам наснаги, сил, цікавих новин, натхнення. І тому з задоволенням в цьому прес-центрі я сьогодні представляю вам учасників прес-конференції, які, я впевнені, сьогодні нас всіх надихнуть. Тому що зазвичай люди, які, мені дуже, до речі, приємно, що презентації цих чудових творів відбуваються саме в прес-центрі «Уніан», тому сьогодні я з величезним задоволенням вітаю сьогодні наших учасників прес-конференції. І ми починаємо наш захід з нагоди прем'єру балету Олександра Родіна «Вій» у постановці Раду Поклітару, головного балетмейстера Академічного театру «Київ Модерн Балет». Так само сьогодні в прес-конференції беруть участь безпосередньо сам пан Раду Поклітар, пан Олександр Родін, автор відеоконтенту Ольга Нікітіна. Я так розумію, що це взагалі буде абсолютно новий формат, який до цього часу ніколи не був застосований в сучасному балеті «Київ Модерн Балета». І пан Дмитро Курята, художник з костюмів, який завжди вражає своїми ідеями. І тому ці спектаклі, вони зазвичай, як то кажуть, пан Раду Поклітару, зачаровують глядачів після того, як вони виходять з цих подій. Тож, щодо першого спектаклю на українську тему, на українську тематику, я прошу до слова пану Раду. Будь ласка, вітаю вас. Добрий день всім. Ну, вже поздравляю вас з праздником. Ми присоединяємося, звісно ж, к поздравлениям. Да, спасибо огромное, що ви є у нас. Без вас тяжело, с вами тоже непросто, но с вами интереснее, да. Прекрасный повод нам собраться сегодня здесь. Повод, который посвящен не политике, не проблемам в экономике, не войне, не каким-то деструктивным понятиям. Это полностью будет наша встреча посвящена творчеству, искусству, украинскому искусству. И поэтому она, думаю, будет наполнена светом и творчеством. Вот. Мы презентуем спектакль «Вий». Это балет, как вы понимаете, раз будет осуществлено действие силами театра «Киев Модерн Балет». Могу рассказать быстренько, ввести вас в историю создания проекта. Я уже на протяжении, как художник, я уже на протяжении 14 лет нахожусь в Киеве, в Украине. И 14 лет я создавал разные спектакли. Все они в основном были сделаны силами театра «Киев Модерн Балет». Я считаю, что это главное детище моей жизни, именно создание театра. И как бы до сих пор ни разу руки не доходили и не отвлекало сердце, чтобы создать что-то вот на украинскую тематику. Вот, казалось, вечные сюжеты литературы, драматургии, балетные сюжеты вечные, они у нас все в репертуаре есть. И в какой-то период своей жизни я понял, что вот хочется и пора, и надо, и вот пришло время. И я провел огромную работу. Я прочитал очень много украинской классики разнообразной. Несмотря на то, что я с вами говорю по-русски, понятно, что за 14 лет я выучил язык. Просто я не умею на нем говорить. Вы сейчас будете все смеяться, если я перейду на украинский язык. Поэтому не будем даже рисковать. Я гражданин Беларуси. Оправдательный документ есть с собой. Вот. Но читаю я хорошо и прочитал очень много. И когда хореограф читает литературу как первооснову для создания балета, он в первую очередь требования, которые я предъявляю к данного рода литературе, это образность, это яркость характеров, это контрастность, это захватывающая какая-то динамика, которая должна быть внутри. И не в последнюю очередь это должно быть название, которое будет хорошо продаваться, потому что, конечно же, хочется, чтобы на всех спектаклях театра «Киев Модерн Балет» в зале было не протолкнуться, невозможно было купить билеты не перед началом, не за месяц, не за два. Поэтому нужно продаваемое название. И на очень предварительном этапе, когда слово «Ви» еще не прозвучало, мы уже начали общаться с композитором Александром Родиным, который сидит рядом со мной, через человека.
Да, на всякий случай. Вот. И я обсуждал с ним разные варианты, и даже были накиданы какие-то варианты либретто. Не буду говорить, что не пошло в тираж из произведения украинской классики, но на каком-то этапе Саша сказал: «Слушай, у меня есть такая интересная сюита на Квию Гоголя. Может быть, ты послушаешь как вариант?» И он мне прислал файлики. Файлики были в электронном виде. Это не было еще симфоническая музыка в том понимании, в котором мы привыкли. Это компьютерные файлы, которые синтетически воспроизводят звучание симфонического оркестра. Я послушал эту музыку и понял, что в очередной раз Саша Родин пленил мое сердце своим талантом, близким к гениальности. Я говорю: «Сашка, конечно, давай делать ВИЕ». Во-первых, потому что ВИЕ, как литературное произведение, обладает всеми перечисленными мною до этого характеристиками. Это фантастическая история, это невероятная динамика, это реализм и фантасмагория, это яркие образы, это хорошо продаваемая вещь, что немаловажно, да. Вот. И единственное, что вот мы с Сашей сразу поняли, что не хватает музыки на полноценный двухактный балет, а нам хотелось большой гранд-балет на весь вечер. И Александру пришлось вот дописать, и я думаю, что ему было приятно, еще столько же музыки, сколько было. В итоге мы имеем по партитуру, даже если, я уже даже про это думал, даже если по каким-то причинам вдруг балет ВИЕ в моей постановке не будет иметь того ошеломительного успеха, на который я надеюсь, вот, то уже само по себе создание музыкальной партитуры балетной, специально написанной для балета нашим украинским современником, уже почти классиком украинской музыки Александром Родином, само по себе это уже то, что войдет во все энциклопедии искусства нашей страны точно. И эта музыка останется в веках, и будут ставить ребята-хореографы, которые придут после меня. И это будет еще раз, и еще раз, и еще раз. Это я знаю точно. Но я надеюсь, что мне тоже удастся не ударить лицом в грязь. Вот. Я вообще так долго не умею говорить, без вопросов. Насправді не варто в цьому сумніватися. Я вам хочу сказати, що... Тобто ти не вмієш говорити? Ні, насправді сумніватися в тому, що цей балет стане 100% такою, знаєте, родзинкою в театрі, як і всі інші вистави. Тому що, от, наприклад, вчора, так, невеличка ремарка, був балет «Кармен», да, і от я знаю, що декілька людей, молодих людей, вперше попали взагалі в своєму житті на цей балет. І я вам хочу сказати, що сприйняття молоді, це дівчина 18 років, перепрошую, хлопцю 20, вони були просто вражені. Тому я хочу сказати, що ці твори будуть вічними. От я абсолютно в цьому впевнена. Жалко, що дівчині не було 80, а хлопцю 20. Це було б цікавіше. Якщо б вони були б вражені, взагалі було б замечательно. Ні, ну, якщо треба, буває, ми це організуємо, да. Але, всі возрости покорні. Але давайте все ж таки поговоримо про те, що балет буде 100% успішним. Пан Олександре, питання до вас. Що надихнуло, чому саме ВІЕ? Но я очень люблю Гоголя. Вы извините, я немножко простужен. С самого детства Гоголь, «Вечера на хуторе близ Диканьки», настольная книга всегда была. Вот. И как-то я тоже долго к Гоголю не подходил. Вот. И так получилось, что я начал писать ВИЕ, на ВИЕ что-то. Вот. Ну, потом, что случилось дальше, Рад уже рассказал. Получился полноценный такой балет, полноценный проект. Я очень счастлив, что мы в этом, что Гоголь нас объединил в таком творческом тандеме. После третьей ночи поговорим. После третьей ночі поговоримо, Саша. Ну, я хочу сказати, що все рівно ваш балет 100% буде, як то кажуть, обречен на успіх, тому що взагалі вперше ще у вас з'являється така модна штука, як відеомапінг. Тому от моє запитання одразу наступне до пані Оліді. Я знаю, що не вперше ви працюєте з цим форматом, але вперше саме з театром «Київ Модерн Балет». По-перше, що, можливо, буде нового? Чи є якісь секрети, які ви можете розкривати? Як працюється взагалі? До речі, це той випадок, коли на прес-конференції можна відверто розповісти про свої настрої. Ну, я відверто розповім про свої настрої.
Працює це дуже цікаво, тому що мені взагалі давно, дуже давно хотілося попрацювати з Радою по клітару. Мені було дуже цікаво і мені завжди подобалося відвідувати спектаклі. Я так тихенечко, там, тихесенько собі там десь сиділа у залі. Мені завжди це видавалося чимось дуже цікавим. Тому коли Раду по клітару зв'язався зі мною і запропонував участь, я була просто щаслива, якщо чесно. Після того, як я послухала музику, я взагалі просто так розплилася від щастя. Музика дуже сподобалася. Я подумала, що це буде дуже цікаво. Так, це цікавий тандем «Нові технології театр». Він не новий, тому що технології раніше чи пізніше завжди в мистецтво приходять. Це нормально. Набагато важливіше те, що вони несуть. Я дуже рада те, що в мене є мій маленький свій персонаж. Я принесла новий персонаж у виставу. Ось. Чудово. Так, ну інтригуєте ще більше. Добре, я дуже дякую вам. Сподіваюся, що ще будуть у нас сьогодні новини, тому що я впевнена, що запитання є не тільки в мене, ще й в моїх колег. Пан Дмитро. Звичайно, завжди від вас так само інформація, яку ми спочатку слухаємо на прес-конференціях, а потім бачимо безпосередньо на виставах. Я ж кажу, я досі вражена нашою останньою зустрічю в цьому залі деякий час тому, коли ви презентували тут неймовірні маски для балету «Спляча красуня». Що буде нового в «Вії»? Я так розумію, що тут поле для вашої фантазії просто величезне, і тому розкажіть, можливо, у вас є що показати нам якісь ескізи. Їх бачили, тому ви це сказали. Доброго дня всім. Це вже наша п'ята співпраця з Радою Віталійовичем. Це мій другий гранд-балет. Звичайно, це дуже відповідально, дуже цікаво. І зраду не завжди, вірніше, завжди непросто. І тим це й цікавіше. Тому що коли Раду мені перетелефонував і сказав, що чи не погоджуюсь я попрацювати з ним над «Вієм», розказав ідеї, які в нього є. Завжди дуже складні задачі спонукають до цікавих творчих рішень, тому що тут переплетено геть усе. Трансформації героїв, власне тло великого автора, яке ми всі знаємо, всі прекрасно розуміють, як виглядає Хома, як може виглядати панночка і все решта, але в нас багато цікавих задумок. Якщо хтось очікує традиційного українського костюму, то він його, на жаль чи на щастя, не побачить. Принаймні, в класичній формі, ні форм, ні колориту від українського народного костюму ви не побачите. Філософія, яку я закладував в створення образів і костюмів, відштовхувалась, власне, від народного костюму, але в якому сенсі? Ми всі розуміємо, що одяг сьогоденний – це, ну, такий споживацький момент. Якщо у нас є дірка або забруднився одяг, ми його викидаємо. Народний костюм ніколи до нього так не ставились. Ці речі перелицьовувались, вони гарненько заштопувались, залатувались. І, власне, виходячи з цієї концепції того, що одяг мав передаватись з покоління в покоління, він мав завжди охайний вигляд. Навіть якщо це латочка, вона в умісному місці, або вона такої форми, що вона дійсно додає більше декоративності. Активного елементу, ніж технічно залатана дірка. Власне, це те, що стосується, попереджаючи запитання про якийсь фольк в костюмі, от, скоріш, це отак. От. Дійсно, я декілька ескізів приніс, якщо цікаво, я можу показати. Будь ласка, да, покажіть нам їх, це, як ви кажете, краще. Радий Віталійович, хай покаже. Чому я покажу? Бо ти в червоній сорочці сьогодні. А, да, я підсвіт. Власне, це наш головний персонаж Хома. Тут була задача створити вбрання семінаріста, але так, щоб герой міг танцювати, щоб це виглядало красиво, щоб були гарно читались всі ті лінії і форми, які поставив Радо Віталійович. Тому це, звичайно, стилізація. Це дуже умовний семінаріст. Єдине, що можемо сказати чесно, він православний. Православний точно. Є такі в нас героїні.
не буду казати хто, але такі. Але є. Але є. Ну, це не головна героїня, да? Ні. Я так розумію. Ні. Ну, їх троє. Угу. І, власне, ще такі чоловічі персонажі. Тоже поддержим інтригу. Я думаю, що вас всіх заінтересує. Хто на прем'єру не прийде, тот не узнає, хто це. До речі, про прем'єру. Розкажіть, будь ласка, коли вона має відбутися, де має відбутися? 20 июня на сцені Жовтневого палацу состоїться прем'єра. А це буде один день, один вечір. Состоїться прем'єра балету «Фантасмагорії Вій». Все, в принципі, по інформації, все. Всіх да, пока. Да, да, ми всіх приглашаємо. У спектакля, він ще не бачив світ рампи, заплановано невероятне кількість гастрольних точок уже по нашей стране. Из того, что точно вот уже будет, это 9 июля на закрытии фестиваля «Лето в стиле модерн» в Одессе, который мы проводим который год. Это монофестиваль театра «Киев модерн балет». Закрытие всегда это последняя премьера нашего спектакля. В этом году 9 июля на сцене Одесской оперы состоится «Вий». Уже тот второй показ. И там дальше по крупным театрам нашей страны прокатится «Вихрь Виев». Чи плануєте, можливо, закордонні поїздки, чи плануєте гастролі з цим спектаклем? Да, в будь-якому випадку точно ми будемо планувати. Ми поки ще нам тяжело вести переговори з закордонними партнерами, тому що вони всі дуже, як всі європейські западні люди, вони всі требують точного технічного райдера. А учитывая, що спектакль з технічної точки зрения дуже сложный, спасибо Ольге Никитиной, вот, то мы должны сначала точно понимать райдер, из чего он состоит, потому что 3D-проекция – это сложная система. И потом уже можем общаться с нашими коллегами за западными о том, чтобы дарить наше украинское современное искусство нашим гостям из-за рубежа. Чудово. Колеги, чи... У меня есть идея. Да? Да, я только без этого, без кодового слова. Да, у нас есть маленький видеоролик. Точно. Я думаю, что вам будет легче спрашивать, когда вы посмотрите. Это репетиционный процесс. Там один человек в костюме, вы уже видите, да? Да, а все остальные без пока. Но, тем не менее, общая динамика. И вы заодно сможете посмотреть общую динамику спектакля какую-то, которая, вот, возможно, за 2 минуты понять. И в том числе послушайте замечательную музыку, фрагмент Александра Родина. Единственное, чего нет вот в этом ролике, тут есть работа Куряты, один костюм, есть работа Родина, есть работа моя, и нет работы Никитиной Оли, но она будет лучше всех, так что смотрите, представляете, что это будет здорово. Погромче.
хочу вас попросити, тим більше, що ми зараз якраз подивилися фрагмент. Розкажіть, будь ласка, про дієві особи і тих, хто виконує ці партії. Мені здається, варто про це сказати. В принципі, весь пантеон діючих лиц ми зберігли, іспитує пієтет к Николаю Васильовичу Гоголю. Тобто у нас є Хама, у нас є Вій, у нас є Сотник, у нас є Паночка. Єдине, що я себе дозволив, я люблю вводити персонажі, які не було, ось такий подарочний персонаж. У нас появилось в один персонаж, которого нет у Николая Васильевича Гоголя, это девушка Хамы Брута. Вот. И я позволил себе дать ей имя. Ее будут звать Василина. Вот. Мне нравится это имя, потому что пиар-менеджер театра Киев Модерова зовут Василина Сухоплечева, вот она стоит. Я подумал, что ей будет приятно. Теперь у Василины есть свой персонаж, да. Вот. В принципе, могу рассказать про я еще не определился со составом и точно, кто первый, кто второй. В любом случае, как обычно, в театре Киев, Модерн Балет, все составы достойны абсолютно. И это уж безумно сложный выбор для меня, как для руководителя творческого нашего коллектива. Потому что те, кто танцует в первый вечер, типа они лучше, но на самом деле они такие все классные, что вот тяжело выбирать, и те, кто во втором, они обижаются немножко. Ну короче, сложно все, как обычно, да. Поэтому партию Хамы, Хама Брут абсолютно точно у нас главное действующее лицо. Он уходит со сцены за весь полноценный спектакль, он уходит со сцены на 4 минуты всего, один раз. Все остальное время он непрерывно на сцене, это невероятная нагрузка. Исполняют эту партию Владислав Дитюченко и Илья Мирошниченко. Про кого еще сказать? Про Паночку. Паночка тоже большой, важный персонаж. Исполняют Елена Салтыкова и Екатерина Глоба. Партию Вия исполняют наши ведущие солисты Артем Шошин и Дмитрий Кондратюк. Но я думаю, что их хватит пока для информации. Да. Партию Василины Василина Сухоплечева не исполняет. На всякий случай. Василина, я впевнена, буде і так багато роботи з приводу цього. Але з іншого боку, знаєте, знову ж таки, мені дуже приємно, що ти представник саме моя колега, так чи інакше вже відображено в спектаклі. Це чудово. Дякую вам. Пане Нерадо, скажіть, будь ласка, яка кількість взагалі, тобто скільки акторів на сцені? Тобто це буде щось незвичайне, можливо, якісь, я все рівно хочу вас, можливо, допомогти вам, якщо це можливо, розкрити якісь секрети, але те, що можна це зробити. Можливо, якась кількість акторів, можливо, ще якісь сюрпризи, родзинки. Тому що я так розумію, що цей спектакль буде незвичайний не тільки тому, що там з'являються 3D-ефекти, і музика неймовірна, і костюми. Але от що ще? Ну, мені кажется, на самом деле, що якщо ми говоримо про продукт художественный, як про какой-то комплекс, то события на самом деле необыкновенной важности в культурной жизни нашей страны, потому что это объединение очень многих компонентов, которые раньше не объединялись в таком количестве и в таком качестве. Во-первых, это специально написанная музыка нашим соотечественником Александром Родиным. Саша, может, ты расскажешь про запись? Про количество музыкантов, про маэстро и про все остальное? Ну, давай. Давай, для того, чтобы проект очень дорогой, и для того, чтобы начать работать, нам надо было осуществить первое, это запись партитуры, а учитывая, что у Киев-Модерн-Балета оркестра нету, мы сотрудничали с Национальным симфоническим оркестром Украины, ни много ни мало, под руководством маэстро Владимира Сыренко, и в доме звукозаписи нашей в Киевском была осуществлена запись полностью партитуры. Это длилось несколько дней. Большая, сложная работа. Очень большой состав оркестра, так называемый малеровский состав оркестра. Там 83 музыканта? 82 подкорректировал меня Саша, да. Вот. 82 музыканта. И в итоге мы имеем сейчас вот то, что вы слышали, это уже фрагмент записи. Я думаю, что эта запись войдет в аналы музыкальной истории нашей страны в любом случае. Первая составляющая, да. Партитуру еще хочу сказать, что, возможно, это будет интересно. Впервые в Украине, я не знаю, как в мире, я пытался найти в Ютубе
какие-то аналоги я не нашел. Ну, я думаю, что, наверное, есть. В партитуре симфонического оркестра задействован австралийский народный древний духовой инструмент диджериду. Это считается самым древним духовым инструментом. То есть это впервые в партитуре симфонического оркестра. Вот. Также есть несколько, я похвастаюсь, несколько перкуссионных инструментов, которые я сам придумал, сам изготовил специально вот для вот этого произведения. Потому что я чувствовал, что мне маловато не хватает. Не хватает тех инструментов, которые существуют в симфоническом оркестре. Вот. И кое-что пришлось придумать, и, по-моему, получилось неплохо. Можно рассказать про це, які це? Какие это инструменты? То есть это, опять же, это... Это ударно-перкуссионные инструменты. Ну, опять же, их первая цель для чего? Чтобы придать какой-то особого эффекта? Особенности, колористические особенности звучания. Угу. Вот. Ну, то есть то, что нельзя было ничем заменить больше. Вот. Еще я должен вам сказать такое, извините, буду сказать. Хорошо, да, Роман Витальевич меня хвалил, я должен вам сказать такую вещь, которая меня все-таки удивила. То есть я знал, что Роман Витальевич разносторонний, эрудированнейший человек, я знал, что у него прекрасное музыкальное образование. Вот, но когда он подошел к партитуре, которую еще никто не видел, кроме меня и дирижера, вот, к партитуре современного композитора, вот так вот открыл в нужном месте... ткнул пальцем в нужную тему и сказал, знаете, вот я бы хотел вот эту тему, чтобы прозвучала так-то и так-то. То есть я был действительно удивлен, поверьте. Я случайно попал туда. Не каждый дирижер, даже опытный, может вот так вот просто читать симфоническую партитуру. Вот. Я думаю, хореографы... Похвалили таких... меня. Спасибо. Есть такие хореографы еще на планете, я не знаю. Просто я консерваторию заканчивал, поэтому у меня не было выбора. Да. Это издержки это образование. Да. Правки были сделаны? Да. Да, мы там работали вместе все, старались, чтобы это было безусловно здорово. Чудово. Шановні колеги, переходимо до ваших запитань. Будь ласка, якщо є, то, будь ласка, мікрофон і ваше... І ваше запитання. Так, звичайно. Зараз одну хвилиночку. Доброго дня, вітаю вас з прес-конференцією і з очікуванням на прем'єру. І питання наступне. Гоголь вважається таким дуже цікавою і фантасмагоричною фігурою сам по собі. Скажіть, будь ласка, чи були якісь у вас моменти, коли ви створювали свій спектакль, пов'язаний саме з матеріалом «Вія» як матеріал, який зроблений не в цьому напрямку, фантасмагоричному? Були якісь несподіванки, чи якісь там, не знаю, прозріння, чи ще щось? Кому? Вам? Ні, да. Ну, нет, вы знаете, я прекрасно понимаю всю фантазму. Я очень много прочитал по этому поводу, посмотрел и проникся всем, что было сделано и проанализировано исследователями творчества Гоголя до меня. Можно много об этом спорить. Они все противоречат друг другу, абсолютно. Это все говорят, кто Вии был, Вии не было, что такое Вии, почему, откуда. Обман или правда и так далее. На самом деле я очень крепко стоящий на ногах, сухой достаточно, технократичный достаточно хореограф, и мне очень важно делать свое дело. Я вообще не верю во вдохновение, и если вы думаете, что я когда приходил в балетный зал ночью, нападал, входил, впадал в транс и ждал, когда ко мне придет Гоголь, и покажет мне нужное движение из балетного лексикона, этого не было, конечно, да. Я просто приходил и ставил балет. Так что как красиво было бы сейчас рассказать про то, как я просыпаюсь ночью от того, что меня трясет. Николай Васильевич обычно говорит, вставь там ЖТ и подыша. Я так хочу, исчезает. Нет, такого не было. Извините. Ну, трошки доповню питання моєї колеги. Скажіть, будь ласка, чи постать Гоголя яким чином відображення саме в дійових особах спеціально? Буде ли Гоголь, сам Гоголь, як дієвий? Ви знаєте, він у мене спочатку був, а потім куди-то ушов. Вот честно, у меня в первом варианте, я честно признаю, честно, в первом варианте либретто у меня было даже написано, Саша видел, да, там Гоголь это входит, пам-пам-пам, и потом я писал либретто, писал, и вдруг в конце я пишу, а Гоголь так вот ушел. Он больше просто не пришел ни разу, я понял, что он не нужен. Вот, и поэтому он типа заходил, вначале поздоровался, а потом сказал, что и мы сами без него справимся.
Чудово. Передайте. Так, будь ласка. Прошу, одну хвилиночку. Зараз вам передадуть мікрофончик. Бо... Я имела честь присутствовать здесь, в этом зале, на презентации последней постановки вашей по Чайковскому «Спящая красавица». И для меня это просто завершило целый цикл тех балетов, которые поставлены по классическим мотивам. Это «Жизель» там и все три балета Чайковского. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас ваше обращение к этому как бы совершенно оригинальному варианту, когда все создано вами, начиная от либретто и, в общем-то, балетной постановки, это исчерпанность предыдущего этапа и начало нового, как бы аутентичного, или как-то иначе вы это для себя представляете? Иначе. Я, да. Я просто театр Киев, это балет, и я, в частности, как хореограф, мы постоянно развиваемся в двух направлениях. Первое, то, что вы говорите, это ремейки какие-то, модное слово, ремейки классических балетных сюжетов, вот, в частности, «Спящая красавица». Не ремейк, наверное, а трансформация, потому что там трансформация все ремейка, согласен. Да. Вот, и как бы абсолютно авторские работы, которые не имеют аналогов в мировой балетной литературе и практике. Могу сказать, что, кстати, вот неисчерпанность, ну, я надеюсь, ни в коем случае, потому что предстоит сделать много и в этом направлении, и в этом. Но вот одна из недавних премьер тоже в нашем театре, это мы сделали балетное прочтение «Необыкновенная история» Бенджамина Баттона, тоже на музыку Александра Родина. И как бы это было до «Спящей», потом была «Спящая», а сейчас «Гоголь», а потом будет что-то другое. Я очень надеюсь, классический вектор будет продолжен, я да? Я очень надеюсь, что вы не сможете предугадать, что я буду сделать следующее. Но я не гадаю. Но относительно мистики. Существует, может быть, легенда о том, что есть некие роковые произведения, в частности «Мастера Мазгарита» и так далее. Вот эта фантасмагория потом в какой-то степени проектируется на исполнителей. Это касается и Гоголя, и в частности, прежде всего, Вея. Вам не страшно было? Очень страшно, но я очень храбрый. Ну, хорошо. Доброго дня, вітаюсь. Я страшенно рада бути присутньою серед вас, тому що переживаю страшенно за цей проєкт особисто. Питання такого плану, я подивилася знову, що дуже розверсті роти, прекрасно. Є слово Гоголя, є слово хореографа. Чи буде тут текст прориватися? Все ж таки, я знаю, що ви любите давати слово. Звук, точніше, акторам. Ви маєте на увазі взагалі звуковий якийсь супровід чи частини тексту? Іноді ви вкрапляєте текст, а текст Гоголя... Ладно, хорошо, не переживайте, обіцяю, текста не буде. Не буде. Да, все. Вот тут прям точно. Ну, единственное, что, например, еще сколько у нас? 2 недели? Он может прорваться где-то, конечно, внезапно, помимо моей воли, но пока не предусматривал, да. Поки що вам вистачає вашої мови. Пока мені хватает хореографічного этого. Я впевнена в вас. Дякую. Ну я нічого не обіцяю, да? Що? Я ж філолог, мені треба знати. Раду, Віталій, ще раз зі святом вас, Лариса Сімака, видавничий дім «Україна Бізнес». Ви вже трохи перевідкрили нам завісу костюмів, виконавців, музику. Ми вже полюбили її. Два питання, якщо можна. Все-таки декорації, якими вони будуть? Чи будуть? У вас в декораціях завжди якась інтрига. І якщо дозволите питання до пані Олі, чи то переглядати? Ми це постійно з нею робимо. Питання до пані Олі. Все-таки розкрийте трошки ширше нам вашу стилістику тієї роботи, яку ми побачимо 20-го. Дякую. Держись в руках. Да, конечно, давай. Так, про декорації і про відеомапінг. Я думаю, що можна цілком. От весь вопрос. От я Оля, можна передам? Да, я немножко осложнила жизнь Рады Поклитару, когда мы с ним познакомились и начали работать над спектаклем. Сильно, наверное, осложнила, да? Мне нравится. Да? Хорошо. Вот. И это минималистичные декорации. И вообще, в принципе,
И сам спектакль, и художественное оформление достаточно эклектичное. Эклектичное, а есть элементы, которые позаимствованы из классического театра и перенесены в видеодекорацию. Но есть моменты, которые вот каким-то хамским образом соседствуют с этим классическим наследием. Вот. И... Хулиганским, вызывающим, да. То есть это достаточно какая-то смелая эклектика, как мне кажется, и спектакль. Вот. Мне всегда казалось, что постановки «Раду Баклитару» такие очень тонкие, ироничные. И мне хотелось вот это ощущение оставить. И я пытаюсь изо всех сил, чтобы художественное оформление очень помогало и ни в коем случае не шло в противоречие с тем, что я вижу постановки. Вот, поэтому, ну, оно для классического театра нашего, наверное, будет необычным, вот, но стопроцентно соответствующим настроению сцены. Очень хочется, чтобы это помогало создавать какую-то атмосферу и не отвлекало от самого важного. Это хореография, мысль режиссерская и великолепные танцовщики, просто потрясающие. Я могу добавить о том, что, как вы понимаете, в этом президиуме нету обычного члена творческой команды, нету сценографа, художника, да? То есть в этот раз мы сознательно с Ольгой на этапе создания концепции спектакля мы поняли, что у нас не будет задников красивых, декораций, написанных маслом, как обычно. Вот знаете, такой прям вот гранд-спектакль, как он есть. То есть в этот раз все оформление спектакля, если мы говорим про все, что не касается хореографии, костюмов и музыки, все лежит вот на этих хрупких плечах. Вот, поэтому, а что это будет именно, вы тоже сможете узнать и увидеть, когда придете на премьеру. Тоже надеюсь, что будет у вас неожиданность. Ну, невеличке уточнення. Знову ж таки, от часом, коли кажуть про 3D-ефекти в театрі, буває це ефекти, коли вони тільки на сцені, а буває ще ефекти, коли в залі. Ну, зокрема, колись був спектакль, здається, якщо не помиляюся, Олега Меншикова, коли там дощ йшов безпосередньо на глядачів. Тож, можливо, це, якщо можна трошки привідкрити завісу. Знову ж таки, це 3D-ефекти, вони будуть тільки безпосередні видимості, да, от глядача, чи це взагалі буде наповнене всьому залі? Ну, це спектакль гастролюючий. Гастролирующие спектакли, к сожалению, имеют много ограничений по поводу того, что можно делать. Они существуют не в одной площадке, вот, поэтому максимально вот упрощаются. Мы упростились в пределы сцены, но вокруг танцовщиков. То есть мы хотели максимально погрузить их, чтобы они оказались в этом действии. И вот это мы себе позволили. Ну, а взагалі ж, от крім прем'єри, планується, напевно, ще коли-небудь, через час, да, коли гастролі відбудуться, повторення цього спектакля в Києві. В октябрі. Да, знову ж таки, сцена Жовтневого палацу, це буде основна сцена для цього спектакля, чи потім він переїде в... Я думаю, що так, да. Я думаю, а куди ми зібралися на спектаклі? Ну, взагалі, спектаклі ваші зазвичай відбуваються на Подолі в театрі. Нет, невозможно. Невозможно, потому что на сцене муниципальной оперы спектакли показать нельзя. Есть спектакли, которые мы можем показывать в муниципальной опере, а часть нет, потому что декорации и сценическое оборудование, которое используется для спектакля «Вий», для спектакля «Спящая красавица», для спектакля «Щелкунчик» и так далее, они просто не помещаются на эту сцену. Сцена достаточно камерная. Вот, поэтому пока мы расцениваем как основную площадку в Киеве для показа спектакля «Вий», это Жовтневий палац. А к слову про то, что не будет ли идти дождь в зале, я очень надеюсь, что не будет в этот день дождя, и сцена Жовтневого, это с крыши Жовтневого выдержит, и дождя в зале не будет туда. Добре, дякую. Пожалуйста, еще запитання. Здравствуйте. У меня тоже вопрос к господину Баклитару. Хотелось бы несколько слов услышать о вашем читательском опыте. Вы упомянули о том, что ознакомились довольно неплохо с украинской литературой. Может быть, какие-то другие варианты были, кроме «Мивея», или вас что-то впечатлило? Спасибо. Да, конечно, были. И, к сожалению, будет странно, если я буду сейчас об этом рассказывать. То есть получается, что те авторы, абсолютные гении украинской литературы, которые прошли сквозь мой письменный стол,
как предполагаемая основа для следующего балета, они недостойны того, чтобы быть на балетной сцене. Нет, они недостойны, но просто как бы вот Вини Гоголя, он каким-то волшебным образом в моей душе победил всех остальных конкурентов, поэтому все остальные классики украинской литературы, может быть, потом что-то поставлю, но называть фамилии не буду, потому что это реально имена первой величины. Имена, которым названы площади, улицы, города и так далі. Ну, наскільки ми зрозуміли, він ще, в принципі, став поштовхом, тому що от пан Олександр там музику написав саме про Ві, да? Так, да, він виноват. То треба тоді вас запитати, чи, можливо, у вас є ще плани саме на українську тематику, якісь, над чим ви зараз, можливо, ще працюєте, якщо, знову ж таки, можна про це говорити. Плану много, ну, не скажу. Ну, тоді... Наш чоловік. А хто все ж таки був першим? Гоголь. По-моєму, це очевидно. А серед вас двох? Там ми вместе как-то зійшлися. На этой темі. Зійшли і сказали. Да. Будь ласка, ваше запитання. А можна продовження вопроса о літературі? В 2018 году вийшов такой триллер в стиле нуар украинского писателя Илариона Павлюка, как называется «Белый попел», как раз на тему Вия, и там идет осмысление Гоголя, и появляется тоже девушка у Брута, и вот очень похоже как бы сценарий. Знакомы ли вы с этой книгой? Я знал, что она есть, и учитывая, к сожалению, я начал читать, о чем она, то есть не ее саму, о чем она, и вы знаете, иногда на каком-то моменте надо остановиться. Потому что ты когда придумаешь свой спектакль, ты все равно придумаешь спектакль на самом деле про своего Гоголя, а не про чужого. Вот. И надо сказать себе «стоп» и начать прислушиваться к себе самому, слушать музыку себя самого и придумывать свою историю, которая бы трогала тебя. Это вообще, если честно, это закон жанра, то есть закон театра. Невозможно поставить спектакль, который бы был бы, проникал бы в душу публики, если он не находит отзвук яркий, эмоциональный, свои собственные. То есть не факт, что отклик моей души будет потом у публики, а если в моей нету, 100% не будет ни у кого. То есть если я холоден. Поэтому надо говорить «стоп», и поэтому, возможно, я когда-то прочитаю эту книжку, а еще жду, когда она появится в бесплатном доступе, да. Вот. Но это уже будет после премьеры, и мои руки будут чисты от... Чудово, коллеги, еще запитання. Так, будь ласка. Вас слышно? Ні, справа в тому, що в нас ще трансляція в інтернеті. Одна з героїнь вашого спектаклю, Василина, написала нам, що у вас в спектаклі, в вашому лібрето, в вашій постановці є власне бачення, як розпізнати зло. У вас є цей рецепт, або принаймні поділіться вашим баченням, як його розпізнати? Це перше питання. І друге. Привідкрийте нам все-таки трошки завісу. У вас Вій абсолютне зло. Це чи це заблудша душа, чи це людина, яка в процесі гранд-вистави 4 годин з хомою на сцені, маючи лише 4 хвилини, пардон, вільних поза спектаклем. Він сам змінюється. Чи все-таки це лишається картинка, яка нам відома з дитинства? Ну, то точно не картинка из вашего детства, в этом я абсолютно убежден, потому что эту картинку я сам не видел, и никто не видел до этого, это будет совершенно новый взгляд на привычные вещи, узнаваемый абсолютно, то есть будет понятно, о чем идет речь. Я вообще люблю быть понятным, мне кажется, это нормально. Хочется, чтобы, когда ты говоришь, чтобы люди понимали язык, на котором ты говоришь. По поводу Вия такой философский вопрос. Вы знаете, мне вот сейчас я об этом не думал специально отдельно, но вот ради вас я сейчас прямо сильно подумаю активно и скажу, что на мой взгляд Вий это не может быть проявлением абсолютного зла, потому что абсолютное зло это те пороки, которые в нас самих, а Вий это просто зеркало, в котором мы эти пороки видим. Вот так. Эксклюзивчик. Это невозможно дать совет, потому что, ну, я точно не бабка Ванга, да,
Я думаю, что бабка Ванка не давала стопроцентные советы, как понять, где зло, где нет. Я как человек сам, вот просто, не хореограф, не руководитель балетной труппы, не человек, который сидит перед вами с микрофоном около рта, вот просто человек, просто обычный Раду, я точно не знаю. Я точно не знаю стопроцентных рецептов, как понять, где зло, где нет. И я всегда на интуитивном уровне, как все мы, пытаемся избирать зла, считывая тех людей, которые встречаются нам в жизни. Несут они в себе зародыш зла или нет. Вот. И получается хорошо, но часто мы ошибаемся. Нам кажется, что перед нами олицетворение добра, а знаете как, а потом раз, и оказывается, что нет. Вообще все зло в людях, и его нету за пределами стратосферы. Мы сами все носители ангельского и дьявольского. В каждом из нас есть и то, и то. Банальная мысль, но я вам сказал ее на всякий случай, чтобы не подумали, что я ее не знаю. Пане Раду, я одразу запитаю. Скажіть, будь ласка, ну от якщо ми говоримо про спектаклі як «Спляча красуня» або «Кармен», вони сприймаються, ну в першу чергу, там інтуїтивно, як все ж таки позитив, на який можна привести дітей. Чи є якісь обмежені віці щодо спектаклю «Ві», тим більше, що будуть 3D-ефекти, тобто чи не буде це якимось чином, знаєте, ну для дітей, можливо, там зовсім молодшого віку, ну трошки, ну не знаю, 8 років, там, ну зрозуміло, що на балет не водять 2 роки. Років дитину, ну, на саме... Водять. Ну, потім мені... виводять, правда? Так, да, от я ж про це. Ні, просто враховуючи на те, що спектакль все ж таки філософський, і на такі тематики, от я ж кажу, що так чи інакше, от взагалі колись в Радянському Союзі вважався першим фільмом жахів, які були зняті. 67-го року з Корольовим. Ну, саме і, той, да. Але тим не менше, да, все ж таки тематика Вія, вона от така містична, чи, можливо, у вас є якісь застереження щодо того, з якого віку... Во-первых, все дети разные. Начнем с того, что да, то есть, ну, кому-то и в 6 лет уже они уже видели все, а другие и в 15 нежные ландыши, понимаете, то есть, ну, тут можно. А некоторые и в 45, знаете как? Не дай бог что-то посмотреть, да. Эротическая травма, знаете, в 45 лет, да. Вот. Поэтому родители должны сами решать в первую очередь. Но точно я знаю, что это не порно-спектакль, и никакой клубнички там нету. Я не специализируюсь, поэтому, если бы специализировался, был бы богаче, жил бы не здесь. Вот. Могу сказать точно, что иногда, включая телевидение, которое доступно всем детям всех возрастов без ограничений в нашей стране, и не только, я понимаю, что все, что происходит на театральных подмостках нашей страны, это все абсолютно невинно. По сравнению с тем, что можно посмотреть по телевизору. Поэтому давайте не делать для театра табу, а для телека можно все. Ну, ребята, ну они включают, пульт нажимают и смотрят такое, что на голову не я зовсім не це мала на увазі, ніяких табу, безумовно. Я просто для того, щоб дитина могла відчути глибину от задумів. Ви знаете, тут такое дело. Она может почувствовать, а может нет, а может считать что-то свое, а может взрослый человек прийти и не понять ничего, понимаете? Я вот рассказываю о том, что дети бывают разные. Вот, если мне показывали года три назад в Киевском муниципальном опере показывали «Лебединое озеро», и мне рассказывает билетерша, женщина, которая запускает зрителей в зал и пускает потом. Говорит, ой, такое было. Говорит, что случилось? Говорит, ну там одна дверь, и все выходят через дверь, такая толпа после спектакля, и такая пробочка так образовалась, человек 40. И идет мальчик маленький. После «Лебединого озера» нашего серьезный взрослый спектакль. И я у меня спрашиваю, малыш, тебе понравился спектакль? Он так останавливается в двери, создает еще больше пробку. Все стоят, ждут, он стоит на меня, смотрит и говорит, вы знаете, это лучший спектакль, который я видел в своей жизни. Вот, поэтому как бы дети разные бывают, да. Чудово. Так, еще есть питання, будь ласка, коллеги. Ну, тоді, якщо питань немає, я тоді... Є ще, будь ласка, так, звичайно. Питання до Дмитра. Скажіть, з яким персонажем найважче було працювати, ну, вигадувати для нього костюм? І як взагалі вам працюється з Раду? Я вже чула від вас історії вашого тандему. Як ви сприйняли його ідею «Вія»? Що дивного ви почули і який у вас вій?
вийшов? Працюється цікаво і добре. Ми давно з Радою Віталійовичем співпрацюємо ще з того часу, як я був художником з костюмів на телевізійному проєкті Радою Віталійовичем, там був членом журі, тому ми давно працюємо. Цікаво і плідно. Над ким найважче було, я так думаю, що над головним героєм, над Хомою. Хоча це не самий складний костюм. Звісно, можливо, ви хотіли почути, що це вій, але ні, це самий перший костюм, костюм Хоми, який, власне, і був тим стержнем, на який нанизувалась вся стилістика всього спектаклю, всіх інших персонажів. Як ви бачили з ескізів, це не історичний костюм, в нас знов, скажімо так, різні часові проміжки, в яких в нас існують герої. І тому достатньо важко було знайти, ну як важко, це цікава робота, тут не можна сказати, це важко чи не важко, це цікава робота, знайти ту стилістику і той хід, який би не був банальним, який би не повторювався, який би був цікавий і відповідав так само, як і Оля. Я надихався музикою Олександра, тому що я завжди так роблю, коли малюю ескізи, я включаю музику до твору, який власне зараз роблю. Якщо минулого року це я слухав Чайковського, то цієї весни я слухав Родіну. Скажімо так. Чудово, шановні колеги. Що, все? Ні, насправді, да, на сьогодні дійсно так. Я тоді ще раз маю повідомити, що прем'єра вистави відбудеться 20 червня о 19 годині в Жовтневому палаці в місті Києві. Всіх запрошуємо. Ще раз нагадаю, що мова йде про першу спектакль на українську тематику за мотивами Гоголя, Вія. Це божевільна історія, яка трапилася звичайним студентом Хомою Брутом. Розповідь про те, що буває, коли віра власні можливості і недостатньо сна, а сонце важче відрізнити від реальності. Тож, будь ласка, шановні наші глядачі, тих, хто дивиться в нашому прямому ефірі, будь ласка, приходьте, я впевнена, що ви будете точно вражені. Шановні учасники, щиро вам дякую за цю розповідь і тоді до зустрічі 20 червня.